Масленичная неделя в самом разгаре, и традиционное блюдо, конечно, это блины. В Тверском колледже сервиса и туризма в это время традиционно устраивают битву блинопеков среди студентов. Оценила мастерство будущих поваров и наш корреспондент Наталья Чекет. Первая часть конкурса – приготовление блинов на скорость. На выполнение этого задания у ребят 10 минут. Здесь важна не только быстрота, но и качество испеченных блинов. Поэтому каждый участник строго придерживается технологического процесса изготовления блинов. Надо сначала разогреть сковородку. Разогреть, потом припечься. Но с самого начала надо попробовать тесто на вкус. Может, чего-то просто будет не хватать. Я обычно использую молоко, вода, мука, сахар, соль. Следующий этап соревнования – за 15 минут оформить две одинаковые тарелки с блинами. Рецепты кулинары придумывают сами, а если берут из других источников, то полностью видоизменяют. В итоге жюри оценивает, как красиво и аппетитно оформлено блюдо. А самое главное, чтобы вкус блинов и выбранных продуктов между собой сочетались. Кстати, во всех приготовленных участниками блинах нет ни грамма дрожжей или разрыхлителя. На сегодняшний день все равно позиционируется это здоровое питание. Вот в данный момент здесь приготовлены блинчики. В них даже нет никакого ни химического разрыхлителя, ни дрожжей. То есть в блинчиках сейчас дрожжи, разрыхлителем являются и сырые куриные яйца. Поэтому натуральные продукты, они в приоритете. Конкурс «Самый быстрый блинопек» – давняя традиция во время Масленицы. Блинный баттл проходит в Тверском колледже сервиса и туризма уже несколько лет подряд. В этом году за звание лучшего блинопека соревновались студенты первого и второго курса. В этом году мы старшие курсы не приглашали, мы приглашали только первый и второй курс, чтобы ребята посмотрели, показали свои силы и проявили свою смекалку, потому что конкурс традиционный, каждый год ребята украшают блины, им, соответственно, нужно придумать что-то новое, чтобы жюри оценило, чтобы они показали свое умение, навыки, показали свое творческое мышление в украшении блинов. Всего во время соревнования было приготовлено около сотни блинов. А для ребят победа в конкурсе – это возможность представить колледж на других кулинарных, региональных или национальных соревнованиях.